Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве с Xiaomi Redmi 8A сбросить настройки камеры. Для этого открываем камеру, затем здесь в правом верхнем углу кликаем, открывается меню, выбираем настройки, и в самом низу настроек выбираем последний пункт «Сброс настроек» и «Окей». И настройки камеры установлены по умолчанию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.